Весной все, от мала до велика, точнее не все, а очень особенные люди, ждут очень важного события. Извлечения из чулана, или из чердака, или из подвала велосипеда. Велосипед извлекается, смазывается, и вот он наконец-то выкатывается на улицу. Велосипед. Это такое счастье. А у меня в детстве велосипед украли. И с тех пор мне папа тогда и не купил велосипеда. Но у меня было, у меня его украли. Я был на рыбалке, и там ребята рыбачили и сказали, что им нужно съездить в деревню. Не покараулю ли я их удочки? Я остался караулить их удочки. Они взяли мой велосипед и никогда не вернулись. Так что, когда весной все выкатывали велосипеды, я горевал, они радовались. Но я-то знаю, какое это счастье весной выкатить, смазать велосипед и прокатиться. Даже если есть автомобиль, велосипед ничего не заменит. Велосипед, но пронюхали менты.
Пошли свершаться чудеса, когда вручила мама мне два прозрачных колеса, и между ними рама. Он возит граждан сотни лет, везде, где только может, на нем в литературе след Марк Твеном был проложен. Зря хотим найти покой на шоссе или на треках, навсегда железный конь покорил ты человека. Эй, берегись, автомобиль, пусть нет у нас мотора, мы разовьем, вздымая пыль, космическую скорость. Нам не страшны длина пути, вертя твои педали, колеса эти превратим мы в золото медали. И не нужен нам покой на шоссе или на треках, навсегда железный конь покорил ты человека. Гонять нас пешеход, пытаться бесполезно, он никогда не подведет, мой верный конь железный. Алиса, что такое мотокросс? Мотокросс – это вид мотоциклетного спорта, представляющий собой гонку на специальных спортивных мотоциклах по пересеченной местности с естественными и искусственными препятствиями. Трассы обычно короткие – 1,5-3 километра.